Семинар по плетению из природных материалов технологии изготовления композиции из джута, льна и мешковины прошел в станице Северской. Для участия в мероприятии прибыли мастера декоративно-прикладного искусства из 11 муниципальных образований Краснодарского края. Семинар для руководителей студии ДПИ, преподавателей детских школ искусств и традиционных промыслов и ремесел организован Краевым учебно-методическим центром. Мы делаем на семинаре подворье с мельницей, казаком, казачкой и животными, которые населяют это подворье. Все мастера, я думаю, что в восторге, потому что они могут перенять именно это мастерство у Галины Федоровны. Мастер декоративно-прикладного искусства Кубани Галина Горбанева рассказала участникам семинара историю развития плетения из джутовой нити льна, о видах и способах плетения, а также поделилась своим многолетним опытом. Заведующая методическим объединением изобразительное искусство, преподаватель Ильской ДХШ Анна Лола рассказала об особенностях изготовления мельницы, животных, фигур казака и казачки из джутовой нити. Я приехала с своей коллегой из Туапсинского района, Джубского городского поселения, села Бжив и Дифановка, на наш сегодняшний семинар с работой природным материалом. Семинар, конечно, очень замечательный, вообще просто завораживающий. Огромное спасибо мастеру Галине Федоровне за ее вообще талант, труд, терпение, которое она уделяет нам. Семинар очень хороший. Я думаю, что в следующий раз, когда нас позовут, мы обязательно приедем. Семинар прошел в теплой дружественной атмосфере. Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе мероприятия, помогут всем участникам в дальнейшей творческой и образовательной работе.